Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Снова мы на речке. Очень все прекрасно, хорошо. Погода пока хорошая, но ночь обещает опять грозу. Обещает опять дождь. Смотрим, что нам будет. Немножко поменяли тактику. Заброс в этот раз не сильно дальний. Где-то метров 60-70. Все на одной дистанции. И прикармливаем кормушкой фидерной. Получается точечный прикорм. И уже дал результат. Уже где-то карпик на полторушку уже есть. Посмотрим, что будет дальше. Когда прекращается клев, делаю подкормку. Прямо фидерной кормушкой и под наши снасти. Опускается на дно. Дальше подрыв. И вытаскиваешь ее. И таких закормов буду делать штук 10. Покажу, как снаряжаю снасти, с которыми сегодня рыбачу. Сначала на крючок одеваю гранулу. Ну, в данном случае слива. Делаю гранулу. И дальше горошек. Опять гранулы, клубника. Ну, опять горошек. Сверху горошек. Все. Теперь это кашка гороховая, гороховое тесто. Гороховое тесто идет на пружину. На крючки таплим пружину. Все. Вот такие вот снасти. Это специально наготовил, чтобы легче было перезабрасывать. Вытащил, сразу другую подцепил и все. Так, что я делаю? Вместо снасти цепил кормушку. Набиваю кормушку прикормкой и убираю на той стороне ориентир. Вот то дерево. Вот где-то так. Хорошо. И клипсую ее. Брошу туда где-то 3-5 кормушек прикормки, а потом в то же самое место положу свою снасть. Посмотрим, какой будет результат. Так, все. Теперь вместо кормухи буду цеплять макушатник. Вот такой вот макушатник. Опять же сюда гранула.
Все равно оно сработает. Никуда оно не денется. Не может не сработать. Мини-бойл возьму, попробую. Почему бы и нет? Ну, сверху горошинка. Так. Гороховая настырка. Крючки в мастырку. Все. Будем забрасывать. Сейчас оно, по идее, ляжет в то же самое место, куда я бросал прикормку. Прикормка должна быть на дне. И мы ее сейчас... О! Вот она на том месте будет стоять. Отлично. Все, будем ждать. Давай я на мостик выйду. А где он? Так он должен сюда выйти. Ух ты, ё-моё. Выдвигай его на середину, Сань. Он влево пошел. Давай, чтобы он вправо пошел. Слушай. Поднять бы, блядь. Ну подними. Во-во, он вправо пошел, Сань. А ну-ну-ну, давай, я его не вижу пока еще. Ага, вон он. Он нормально идет, Сань. Давай. Сань, такой, как у меня. Какая благодать. Тихо, спокойно, ветра нет и клёва нет. Хорошо, хоть ночью не было дождя. С утра пошел мелкий, надоедливый, как осенний. То ли давление давит, непонятно. Но клёва что-то вообще нет. Ночью немножко проклевал, и то карась. Нет, Саша одного карпика взял еще ночью, когда только начало темнеть. И все. Вот так за ночь. Штук 6, наверное, карасей. И пару подлещиков, и все. Ну, тем не менее, день рыбака прошел на речке, и слава богу. Это я. Ну, а где рыба? Ха! Пришел рыбу заснять. Да нет, там небольшое что-то было. Красивое, поклевка. Так, ну что, будем заканчивать рыбалку. Сейчас посмотрим, что мы там наловили.
Нормально, Саш. Что я теперь сделаю? Вот это хорошее. Тихо, 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 пацаны. Вот это мой лоб. Я ничего, нормально.